Вот с таким энтузиазмом коллектив компании «Газпром-переработка» вышел на субботник. Количество тех, кто готов помогать природе, в свой выходной впечатляет, не правда ли? Но участников на самом деле было гораздо больше – свыше 500 человек по всей стране. Масштабную акцию «Твой выбор. Экостиль» поддержали одновременно 7 филиалов предприятия. Во всех городах присутствия компании «Газпром-переработка» сегодня в единый день, практически в единое время проходят экологически различные мероприятия. Они не везде субботники. Например, в Астрахани выпускают молоть осетровых пород. А в Оренбурге велопробег экологический, да. У нас традиционно это субботник. На природу газовики выехали семьями. Для детей помладше – аквагрим и фломастеры. Для тех, кто постарше – пакеты и перчатки. Родители на собственном примере показали, что такое забота об окружающей среде. Убирать мусор – это очень хорошо, очень не вредно для природы. В нашем сегодня случае собралось большое количество людей. Люди приехали с детьми, убираются, помогают. Тем самым мы передаем подсознательно своим маленьким детишкам необходимость в данном мероприятии. Выйти поработать в хороший день. Заряд энергии, эмоции. Дружный коллектив – это очень всегда хорошо. «Газпром-переработка» помимо организации своих акций участвует в общегородских субботниках и очищает территорию предприятия. Эту тундровую зону в северной части города в прошлом году коллектив уже прибирал. Тогда вывезли порядка 9 машин бытового и строительного мусора. На этот раз находки куда интереснее. В бутылке нашли письмо. Ребенок какой-то, видать, отдыхал и оставил послание. А может быть, мы в прошлом году отдыхали, и ребенок написал для нас. А пока родители находили капсулы времени, арматуру и прочие прелести, для их детей придумали еще более интересное занятие. Что может еще больше замотивировать молодых людей заботиться об окружающей среде, как не знакомство с животными? Детская экологическая станция – это самый северный зоопарк России. Наша организация взяла под опеку 2 обезьянок. Мы спонсируем их питание на целый год. Поэтому сегодня привезли познакомиться наших деток с обезьянками. Экологический тренд «Газпром-переработка» диктует и внутри предприятия, и транслирует подрастающему поколению. Это уже больше, чем масштабная акция в городах присутствия компании. Это образ жизни. Это экостиль. Милана Федорова, Виктор Ятленко, информационное агентство «Импульс Севера».